Затем спрашивается, уважаемый друг, хорошо, что я не написал, я бы начал ругаться. Только сверстал вебинар, уже несколько раз переделал. Бах, присылайте мне рекламу прямо по WhatsApp. Привычный секатор. Как я их ненавижу. Страшнейшая, настолько умная вещь, вот как чисто конструктивно. Я сам инженер. Но меня бы застрелили, я бы не смог его сделать даже близко, даже херовенький. Вот. И вроде бы все нормально, и вырезы делают. Но подлее способа прививки не существует. Когда-то у меня есть целые фильмы. Там было так. Первое место в конкурсе, что-то еще дарили, может, те же секаторы. Который вырастил этот самый нашим секатором привой. Подвой, то есть срастил. Второе место, третье, четвертое, пятое. И все прививки настолько дерьмовые, а самое главное у них, самое страшное, чуть ли не спали с толщиной камбий, который нарос между подвоем и привоем. А они сами-то ничего не понимают. А люди, которые брали боковые ветки, эти самые, которые называются плодовые, которые не растут и растить не будут, а их берут, на них прививки делают. И вот такое, это просто первый попавшийся я нашел. Вот, вот он камбий, вот смотрите. Этот камбий имеет морозостойкость 10-20 грамм. Вот это вот. На месте соединения, так как оно было эти, знаете, когда вот этот двор, да, вот он, смотрите. Антон Валерьевич Сафронов, спасибо. Я тот зелень отдал Сергею, все-таки профессионал, а я так этим обхожусь. Прекрасный нож, твердая сталь, все на одну сторону заточен. Им когда режешь, вот, стыкуешь. Я вам показывал, видели свои прививки? Возвращаться не буду, не видели. А это что? Это называется, ребята, место замерзания, а потом гниения и смерти. И это на всю сторону. И опять уже, казалось бы, скоро же весна, прививать, зараза. И опять теперь пошла эта реклама по всем этим. Кто представлять будет, кто скажет, не берите. Вы не просто выбросите там тысячу или полторы рублей. Вы просто себя загубите в сад. У вас потом опустятся руки. То раз вы скажете, да пропади пропадом. Вы даже не подумаете, что секатор виноват. Вы подумаете, что сами виноваты. Вот. Вот это дерьмо никогда не берите. Ну, здесь в данном случае секатор обычный. Вот. А вот это на самом деле секатор. Ру, этот самый сайт, где эти секаторы, именно прививочные, которые не режут, а мнут. Вот. И я не удержался, я вот просто взял последний момент, часа два назад, и вставил его. Потому что, думаю, упредить-то надо.